Сотрудники ГИБДД совместно с представителями транспортной инспекции проверяют автобусы всех категорий, будь то городская маршрутка или междугородний перевозчик. Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. Ежедневно до 31 августа инспекторы стоят на дорогах, проверяют транспорт при выходе из автопарка и даже проводят скрытый контроль. В порядке должны быть все документы, техническое состояние транспортных средств. Операция «Автобус» уже традиционно проводится в два этапа – перед началом летних каникул и в преддверии нового учебного года. Направлена она в первую очередь на пресечение правонарушений автоперевозчиками и профилактику аварийности. В Лабинском районе количество ДТП с участием водителей пассажирского транспорта увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в этом году пока обошлось без жертв. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас не допущен рост аварийности на территории района. На данный момент мы осуществляем надзор за дорожным движением совместно с представителями транспортной инспекции, с армавирским отделом. Значит, за несколько дней данной операции у нас выявлено ряд недостатков перевозки пассажиров. Также имеются нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями. В основном это нарушение идет перевозка сверхколичества, предусмотренное техническими характеристиками. Также имеются нарушения, связанные с внесением изменений в конструкцию транспорта, устанавливается дополнительное сиденье для того, чтобы можно было больше перевозить пассажиров, что может, конечно, и повлиять на тяжесть последствий в случае ДТП. Принимаются самые жесткие меры, наказываются должностные лица, выписываются предписания. Скрытый контроль дает возможность фиксировать правонарушения прямо на маршрутах следования автобусов. Зачастую для высадки и посадки пассажиров водители останавливаются в неустановленных местах. Хотя стоит отметить, что оборудованных остановок пока на улицах города не хватает. Также не включают сигналы поворотов, нарушают скоростной режим. За время проведения операции «Автобус» неоднократно проводились с нами скрытые проверки за водителями транспортных средств, автобусов, где водители выявляли нарушение правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. На конечной остановке водители автобуса привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Там не включали поворот при выезде, останавливались не в установленных местах и за прочие нарушения. Жанна Вебер, Игорь Исаков, телекомпания «Алаба».